Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга, и тема нашего расклада сегодня: что у вас будет в паре, да, в отношениях дальше, да? Вот что сейчас, что было, что сейчас и что дальше, да? Давайте сегодня сделаем такой расклад. Итак, настраиваемся на себя, своего мужчину. Можете проговорить свое имя, имя своего мужчины. Давайте начнем. Посмотрим сначала, что сейчас между вами происходит. Резонирует? Смотрим дальше. Нет? Выбирайте, пожалуйста, другое видео. Итак, давайте начнем. Сегодня у нас очень сильная колода. Смотрим, как она пожелает с нами пообщаться. И что она нам сегодня расскажет. Итак, мои дорогие, начинаем. Итак, что между вами сейчас происходит? Какая ситуация сейчас между вами? Сейчас вы как бы ищете определенного выхода. Ищете выхода из определенной ситуации. Вы знаете, как-то я бы сказала, что мужчина думает очень много о том, что сейчас происходит между вами. И он ищет какого-то правильной дороги, правильного пути. Я вам скажу, что да, действительно, возможно, у вас сейчас какой-то этап такой в отношениях, да, когда очень много решается. То есть от каких-то решений и от каких-то действий вот сейчас, в ближайшее время, будет зависеть развитие, да, последующие этих отношений. Я вам скажу, что здесь есть перспектива. И здесь есть такой момент, знаете, возможно, на сегодняшний день не очень простая ситуация. И действительно есть о чем подумать. И действительно голова болит, да? Голова болит, у него очень много мыслей. Ну давайте посмотрим, что сейчас между вами происходит. Однозначно здесь есть симпатия, здесь есть влечение, здесь есть притяжение между людьми, какие-то приятные моменты. Я вам скажу, однозначно человек о вас думает, да, однозначно думает, очень много мыслей, и вы такая прекрасная, и вы такая, знаете, нежная, и как-то я бы даже сказала, что здесь мужчина притягивает к себе мысли о вас, они его согревают, они его радуют, они какое-то, знаете, новое начало, да, для него в жизни. Этот мужчина думает о том, что он может быть очень счастлив с вами, очень счастлив. Сейчас это какой-то даже юношеский трепет по отношению к этой женщине. Очень какие-то необычные, возможно, даже чувства. И вы знаете, возможно, у этого человека какая-то или очень устоявшаяся жизнь, или, возможно, в жизни сейчас такое происходит, знаете, как бы не до того, да, ну, не до каких-то... Почему-то мне идет, что вот... Он был в какой-то обстановке, и ему как бы нормально там было, да? Но сейчас вы есть в его жизни, и этот человек как-то ищет выхода, да? Из той обстановки, в которой он находится. Он желает вырваться из тех обстоятельств, в которых он находится. Потому что он желает счастья. Он понимает, что, возможно, что-то в жизни абсолютно пустое, да? А мы за него держимся. А вот то, что важное, то, что нужное, да, то, к чему тянется сердце, это вы в его случае, да, и этот человек как ищет дорогу, он желает перемены, он желает какой-то перемены, желает разговора с вами, как-то выяснить отношения, знаете, и, конечно, быть победителем, выйти из какой-то ситуации, возможно, на сегодняшний день разрушающей, ситуации, которая требует перемены. Человек настроен очень сильно менять свою жизнь. Очень сильно. Знаете, в ваших глазах он желает быть именно тем достойным. Желает что-то вам предложить и считает, что некое ваше согласие, да, оно будет определенно победой для него. Человек влюблен. Человек любит эту женщину однозначно. Вижу, что сейчас, на сегодняшний день, может быть какая-то непростая ситуация. И не вижу, что прямо в отношениях, но так или иначе это отношений касается. Вы тепло, вы нежность, вы любовь для этого человека. Мужчина вас очень-очень много думает. И я бы сказала, что человек желает разрушить некие обстоятельства, да, найти какую-то дорогу,
чтобы выйти из неких обстоятельств, потому что его цель и его победа – это любовь с вами, это быть с вами. Для кого-то это может пройти какой-то момент документов, да, что-то касается документов, возможно. Для кого-то может пройти момент что-то, как нужно завершить, да, что-то нужно завершить, какой-то процесс, какое-то дело. Мужчина ищет какого-то пути, какой-то дороги, чтобы приблизиться к вам. Я вам скажу, что для одних может пройти ситуация, что мужчина желает к вам проявиться, да, и ищет дороги к вашему сердцу. У него однозначно есть к вам чувства, есть влечение, и он о вас очень много думает. И вы знаете, такие какие-то мечты, чистые, да, по отношению к вам. Вас он воспринимает, знаете, как вот такое чистое и действительно будущее, да, то, что засеивается в будущее, то, что есть в сегодняшнем дне как мечта, возможно, да, но то, что этот человек хотел бы засеять в своем будущем, хотел бы видеть в своем будущем. Я вижу, что грядет перемена, между вами будет какой-то разговор, и действительно конкретные действия со стороны этого мужчины. Возможно, да, здесь женщина очень ждет этих перемен, очень ждет. Ждет, возможно, какого-то завершения, какого-то процесса, да, какой-то ситуации. Но я вижу, что очень близка та ситуация, когда перед ним распахнутся вот эти врата, и он будет не то, что свободен, он будет идти в вашу сторону с очень классными какими-то новостями. То есть, вы знаете, очень неожиданными, очень классными новостями придет этот мужчина к вам. С каким-то очень важным разговором. Девочки, у меня просто, знаете, какой-то момент, прям предчувствие, знаете, вот этого момента. Абсолютного какого-то счастья в любви. Очень хорошие новости, резкие, внезапные идут. Возможно, те новости, которые вы очень ждете. Вы знаете, что здесь даже может пройти ситуация какой-то перемены в сознании мужчины по отношению к вам. Какой-то стресс оседает, понимаете? И открывается другая сторона этого человека. И это какое-то проявление любви, проявление чувств. Почему-то сейчас, возможно, человек находится в какой-то стрессовой ситуации, потому что мне прям показывает вот такой пик, знаете, пик стрессовой ситуации. И какая-то новость, она будет настолько приятной, что он, знаете, вот этот стресс, он как спускается и находится в точке, когда все, да, в спокойствии, когда все в гармонии, когда все в любви. Очень может быть, что человек сейчас в какой-то стрессовой ситуации. Очень может быть. И вот эта пиковая стрессовая точка, она будет пройдена. Этот мужчина придет с прекрасными новостями, с прекрасным разговором к вам, который вот этот разговор объединит вас вот в чувствах, в любви. Вы знаете, здесь может быть человек, с которым у вас уже очень крепкие даже отношения, но в силу неких обстоятельств, да, у вас может быть, ну вот какой-то стресс прямо идет. Ну, давайте посмотрим, вот этот стресс, да, с чем он связан? С чем связан этот стресс? С чем связан? Какой-то конфликт, который увел от него любовь, да, и этот конфликтная ситуация, она как бы в состоянии повешенного находится. Так, вы, возможно, в обороне. В ожидании, я бы даже так сказала, в ожидании. А чего вы ждете? Чего вы ждете? Его приезда, его прихода ждете. Вы ждете его прихода. Вот смотрите, по судьбе идет момент, что этот человек, долгожданный вами, он придет, он приедет к вам. Какая-то конфликтная ситуация, которая его задерживает, знаете, по старшему аркану суд, возможно, эту ситуацию невозможно было избежать. И не совсем она от вас и зависит. Здесь очень может быть, что этот стресс, он как бы воздействие извне. Давайте посмотрим. Вот эта стрессовая ситуация, в которой находится мужчина. Я вижу, что это некий конфликт сам с собой, потому что этот человек желает быть, да, с вами, со своей любимой девушкой, женщиной. Но, возможно, на сегодняшний день связан некими обстоятельствами и не имеет такой возможности. И находится он в таком, знаете, неком конфликте с самим собой. Как бы
Душа просит одного, да, обстоятельства складываются совсем иначе. И я вижу, что, возможно, да, за вами ухаживают другие мужчины. Ну, скажем так, вы привлекаете других мужчин, но в свою жизнь, да, в свое, свой дом, в свою дверь вы желаете и ждете именно этого человека. Именно этого мужчину. Я вижу, что он придет. Он придет и придет, знаете, с таким наполнением, даже, я бы сказала, в какой-то спешке, в какой-то радостной спешке. Вот этот мужчина просто, знаете, его как отпускают. Почему-то идет такой момент, знаете, что этот мужчина, возможно, и с каким-то подарком будет ехать, и с очень хорошими, знаете, такими вестями, как долгожданная, да, вот эта встреча. Вот очень может быть, что сейчас человек находится в неком состоянии неизвестности, да, возможно, очень даже в таком тяжелом положении в плане морального состояния его. И он понимает, знаете, что вы ему очень нужны, очень нужны. Вы та сила, которая не дает ему, знаете, где-то сбиться с пути, да, останавливаться, где-то даете ему силу, вы ему даете силу. По справедливости, да, этот мужчина очень изменил свое мнение о вас, очень-очень. Он понимает, что ваши чувства и ваши отношения – это волшебство. Что-то изменилось, вы знаете, в какой-то критичной точке вы оказались для него опорой, мысли о вас оказались для него опорой. Вы как-то в его глазах по-иному, знаете, сейчас выглядите. Ну, давайте посмотрим, а что изменилось, да, что изменилось именно сознание этого мужчины по отношению к вам. Что именно так изменилось? Очень много мыслей о вас, очень много. Буквально трансформация, трансформация. Угу. О, девочки, а он намерен, знаете, как-то он боится упустить возможность с вами. Этот мужчина переведет ваши отношения на новый этап. Он думает об этом, он думает, что ему делать, как ему быть, как ему, возможно, выйти из данной ситуации, какой-то непростой, я вижу, на сегодняшний день. Но он настроен действительно на какие-то действия. Вы знаете, что-то блеснуло, какая-то возможность выйти из этой стрессовой ситуации, она появилась. Какая-то весть идет, понимаете, которая разрушает неопределенность. И это весть по справедливости. Это весть по справедливости. Вы ему действительно очень нужны. Я вижу, что здесь человек вас видит прямо своей женщиной по судьбе. Кто-то, возможно, смотрит на своего очень стабильного партнера. Для кого-то могут идти отношения, которые только начинаются. Но я вижу, что будет очень резкая перемена в том состоянии отношений, которые вот есть на сегодняшний день. Ну, давайте будем смотреть дальше. Итак. Давайте посмотрим дальше. И посмотрим, да, это то, что у нас сейчас. Давайте посмотрим, что было между вами. Что было, что прошло, что останется в прошлом. Да, то, на чем вы, возможно, сейчас стоите, или то, что вы уже прошли в отношениях с этим человеком. Что это? Это расстояние. Расстояние уходит. Ой, вы знаете, уходит, вы знаете, это состояние, когда люди любят, но не могут быть вместе. Вот это состояние, которое уходит из ваших отношений. Это когда есть вот эта взаимность, взаимная любовь по двоечке кубков. Когда есть момент мечтания и желания быть действительно вместе, но быть на расстоянии в действительности и не иметь возможности, да, на какое-то объединение вот в данный какой-то момент. Уходит десятка мечей, вы просто из нее выскальзываете, вы как выпорхнули, да, из нее. Эта ситуация, она очень скоро закончится между вами, когда вот два любящих сердца не могут быть вместе. Может быть очень разная ситуация, и очень по-разному, знаете, судьба раскладывает все на свои места, так оно как должно быть. Я вижу, что некий момент желание быть вместе и невозможность быть вместе. Это уходит в прошлое. Это то, что остается, скажем так, под вашими ногами и то, что будет вами, возможно, когда-то просто вспоминаться, что вот такое было. Но то, что, возможно, то, на чем вы стоите сейчас, да, то, что сейчас где-то может вас огорчать.
Давайте посмотрим на сегодняшний день, что сейчас между этими людьми, что происходит сейчас в отношениях. Да, мы видим, что человек как бы ищет дорогу, ищет возможность и очень много думает о вас. Но все же давайте посмотрим, что сейчас у людей. Вот человек просто не выпускает вас из мысли. Очень много думает, вы знаете, столько желаний, мечтаний, каких-то, я бы даже сказала, грез, связанных с вами, они все здесь. И вы действительно, вы дождь в пустыне, вы очень долгожданная, вы очень, знаете, где-то очень много мечтаний, связанных с вами именно, у этого мужчины. Что сейчас? Вы знаете, для кого-то проходит осознание, что я думаю о ней, и нужно что-то менять, нужно что-то делать. Вот вы сейчас находитесь именно в периоде, когда грядут перемены. Когда вот-вот, да, вот случится эта перемена. И из какого-то, да, вот желания быть вместе, но невозможность быть вместе. Вы переходите в какую-то иную, знаете, все-таки фазу, потому что здесь начинаются очень резкие перемены. Очень резкие перемены, которые приведут к расцвету ваших отношений, к обновлению ваших отношений, действительно к прекрасному. Потому что туз кубков нам указывает, что вот эта перемена, это сотрясение, это молния, она действительно, знаете, где-то провоцирует этого человека на действие, где-то дает ему возможность действовать. Но этот мужчина в вашу сторону настроен очень серьезно. И я вам скажу, что здесь абсолютно точно будет обновление. То, как сейчас, его абсолютно не устраивает. Человек желает движения. Какое-то событие, знаете, оно как бы сотрясение, какое-то как, покажи, да, ну вот, вот дорогу, как, какая-то дорога образовывается у этого человека. Он желает шанса, он желает возможности, он не может вас упустить, он не может вас потерять. Какая-то, знаете, все-таки тоска уходит из этих отношений, потому что приходит полнейшее наполнение. Да, ожидание здесь, здесь, вы понимаете, здесь женщина ждет, а мужчина спешит. И, возможно, для кого-то может пройти даже какое-то разногласие, да, вот в отношениях. Но это все будет пройдено этими людьми, да, потому что я вижу, что они как бы боятся друг друга потерять. И ждут друг друга, ждут встречи друг с другом. И я вам скажу, что встреча и состоится, и встреча будет прекрасной. И будет наполнение грандиозные в этих отношениях. Я вот хочу посмотреть вот именно этот момент башни, да, что послужит вот этим таким рывком. Ну, любовь, девочки, любовь движет, двигающий процесс прогресса, да, то есть как бы человек не был в каком-то конфликте с сам собой, как бы он что-либо не отрицал, здесь окончательно, я, знаете, вот эта молния, да, что эта женщина, она мне нужна, хватит о ней мечтать, да, хватит мечтать, нужно действовать, нужно идти вперед. Этой молнией будет любовь этого мужчины, осознание, что вот только вы и больше никого не надо. Вы знаете, что здесь прямо идет некий момент завершения. Завершение, возможно, каких-то блоков, каких-то стен, каких-то ограничений. Я бы сказала, для кого-то может пройти, возможно, какой-то контракт завершается, какая-то, знаете, какой-то момент отпускает буквально этого мужчину, и он действительно может проявить свои чувства, может показать вам свою любовь, и то, чего вы очень ждете, оно действительно движется с этим человеком вместе, да, вот вместе с ним всходит солнце, восходит солнце. Какие-то вести, да, придут сначала вести, а потом придет этот мужчина. И придет за ним, знаете, наполнение прекрасным в вашу жизнь. Двигающий процесс и вообще, да, вот эта молния, это и есть любовь. Это и есть состояние, да, что вот она мне именно нужна. И это вот четкое осознание, да, что это главное. И хватит где-то чему-то второстепенному, да, уделять так много времени, потому что наша жизнь – это не количество вздохов и выдохов, да, а это количество, когда ты счастлив, да, количество времени, когда ты счастлив. И вот именно в моменты счастья человек живет. В моментом счастья он идет, в моментом счастья он желает. Этот человек, он понимает, что это все возможно только рядом с вами. Да, я вижу, что для кого-то может пройти какое-то разногласие, а для кого-то может пройти как фактор извне. А каким образом вот этот фактор извне отпустит этого человека? Давайте посмотрим, каким образом.
Каким образом, да? Вот действительно, вот этот очень может быть для кого-то, что именно фактор извне, какая-то мечевая ситуация является преградой для того, чтобы эти люди вот сейчас были вместе. Каким образом, девочки, солнцем, все будет окончательное просветление, понимаете? Вот тот момент, когда вы, возможно, сейчас не видите, да, какой-то возможности, не видите, как это может вообще произойти. Вот по солнцу очень резко, очень ярко все будет просветлено, и вообще откроются все дороги и все пути, и большая очень радость ждет вас, да. Если человека сейчас задерживает какая-то мечевая ситуация, какие-то ограничения или, возможно, вопросы по документам, будет окончательное прояснение. И вот то все, что человека сейчас задерживает, удерживает где-то на расстоянии от вас, да, или, возможно, да, кто-то в ссоре какой-то. Но я вижу, что здесь окончательно, да, вот солнце разрушит все преграды, разрушит, да, разгонит все тучи. И действительно, вот этот старший аркан влюбленный, вам просто его не избежать. Я вижу, что здесь ситуация, которая человека удерживает, она разрешится и очень как-то, возможно, неожиданно даже, да. То есть резко, резко это произойдет. Я вижу, что мужчина действительно прикладывает усилия, но ситуация разрешится как-то еще, да, будет какой-то толчок для решения этой ситуации. Итак, давайте посмотрим на пороге, да, что вот-вот произойдет вот в отношениях у вас с этим человеком, что вот-вот произойдет в отношениях с ним. Что произойдет? По справедливости решится вопрос, который его держит. По справедливости он решится, да, и что между вами произойдет? Произойдет по иерофанту. Девочки, здесь вообще-то такая картина. Если вы замужем, я вас, конечно, поздравляю, да, потому что я вижу, что человек вас действительно любит. Если вы... Вы знаете, здесь какое-то будет решение вопроса по справедливости, где войдет иерофант, где будет укрепление ваших отношений, где вы сможете строить отношения правильно и очень перспективно с этим человеком. Какая-то ситуация просто отходит в сторону, ситуация, которая создает ограничения, да, и не дает вам возможности быть вместе. Очень многое будет вам дано, да, то есть будет дана большая возможность, эта возможность будет по справедливости. Вопрос в ваших отношениях, он решится, и решится по справедливости, какие-то ограничения уходят, и действительно приходит иерофант как возможность объединения этих людей. Объединение и на перспективное будущее, на очень хорошую вот ситуацию в дальнейшем. Покажи нам вот эти события на пороге, да? Давайте посмотрим. Это не такое, это вот будущее, которое вот близкое будущее, скажем так. Покажи нам это близкое будущее, каким образом, да, вот это все случится. Какое-то осуществление мечты, девочки, то, о чем мечтаете, то, чего очень сильно желаете, оно все осуществится, оно пройдет какую-то, знаете, моменты сопротивление и будет реализовано в вашей жизни. Вы реализуетесь как любимая и любящая. И вы знаете, вот это долгожданное чувство, долгожданная какая-то мечта, да, это долгожданная мечта, которая вот осуществится. Мужчина приедет к вам. Он даже, я бы сказала, спешит. Спешит, потому что вот уже очень долго ждал, да, очень долго ждал, а теперь спешит с любовью к вам. На перерождение, на возобновление, на разгар вот отношений. Вы просто, знаете, в сердце его так глубоко, человек очень ждет встречу с вами. Ситуация ускорится, она будет иметь движение. Из каких-то ограничений люди выйдут. Какая-то ситуация, которая сейчас задерживает и, возможно, очень печалит и волнует, вы знаете, она как теряет силу, эта ситуация, да, теряет силу, теряет свою стабильность. Я бы сказала, знаете, что здесь идет какой-то момент, как разбито будет что-то, как будет что-то разбито. Ситуация, знаете, не то, что завершается, она как разбита, от нее ничего не останется.
и я вижу, что мужчина вот приходит прямо в ваше самое близкое окружение. Будут встречи одна за одной, будут, знаете, какие-то свидания, будут какие-то приятные моменты, они будут как-то одно за одним бежать, да, и все это будет по справедливости. Будет момент как бы догнать время, догнать то, что было, возможно, где-то упущено в силу обстоятельств. Если это какое-то начало, да, это как будут свидания одно за другим, как бы желание новых и новых встреч, это будет такой расцвет отношений. И все это по справедливости. Мужчина действительно воспринимает вас как женщину для очень серьезных отношений для себя. То есть это моя женщина, это мой человек. И где-то я принимаю ее вот такой, какая она есть, да, со всеми своими, скажем так, крыльями и со всеми своими змеями и со всеми своими, знаете, проявлениями характера и какие-то нюансами. Здесь будет серьезный разговор, который действительно ведет к такой, к десятке кубков, к некому. Будет какой-то разговор, и вы понимаете, почему-то мне идет, что это разговор идет о чем-то повседневном. И как-то человек, вот смотря на эту женщину, он что-то вот скажет такое, что вот это как долгожданное что-то, вот то, что приведет в десятку кубков. А что это будет за разговор? Я вижу, что здесь вы как бы какой-то характер проявляете, что-то, знаете, там так эмоционально что-то будете очень высказываться, да? Это что-то, знаете, это вот... Здесь будет предложение человека. Вы знаете, что здесь, если это начало отношений, вот здесь при каком-то вообще разговор будет касаться чего-то очень какого-то повседневного. Вы как что-то высказываете, да, возможно, что-то, что в вашей жизни происходит, как-то бурно очень, да, вот что-то говорите. И как-то человек вас просто в какой-то момент, он просто скажет эти слова. И это будет настолько для вас неожиданно, да, вы просто будете как бы в ступоре каком-то. Какая-то очень неожиданность идет, но это идет как новое, новое, которое ведет в десятку кубков. Какой-то очень счастливый и красивый момент. Сейчас эта ситуация, да, в силу обстоятельств, он думает о ней. Он думает о ней, и он думает, как к этому прийти, как прийти к этому моменту. Человек как-то каждое слово подбирает и очень много думает над тем, что он должен вам сказать, что он готов уже, знаете, он как бы с улыбкой смотрит на вас, он уже знает, да, что ждет, он уже знает, что будет, а вы как бы не догадываетесь. Вот здесь какой-то вот такой момент, да, а не догадываетесь вы о том, что есть любовь взаимная, есть любовь, знаете, большая, да, и эта большая любовь, она будет иметь продолжение, она будет, вот эта история будет иметь такое прекрасное наполнение. Что это за разговор? Мне прямо идет, это что-то о какой-то дороге, да, о какой-то, вот, например, да, например, да, вот я вот просто, знаете, то, что сейчас вот идет мне, я говорю просто то, что сейчас идет. При какой-то встрече вы будете говорить, а возможно, давай куда-то поедем, или что-то, да, какие-то вы будете предлагать варианты, а он вам будет говорить, нет, нет, мы не едем, мы никуда не идем, мы ничего не планируем, да, и вы как-то будете немножечко, да, в таком состоянии, ну как это так, да, давай куда-то поедем, куда-то пойдем, нужно разнообразие, нужно вот, да, и какое-то негодование будет у вас. А этот мужчина, он просто, знаете, как бы создает ситуацию определенную, да, потому что у него уже что-то запланировано на этот день, а запланировано какое-то вам предложение, которое ведет к десятку кубков, какое-то вот, да, вот это новое, я хочу новый путь и хочу вот в десятку кубков. И очень может быть, что вы как-то он вам скажет, да, что мы не можем на эту дату ничего планировать, да, мы не можем там планировать какой-то отпуск на эту дату, да, на это время, или какую-то поездку на это время, потому что, ну, например, у нас будет какое-то свое романтичное путешествие, или у нас там назначено что-то очень важное, да, на какую-то определенную дату. То есть этот мужчина, он вас просто ошарашит. Он просто ошарашит вас. Он как бы знает и смеется, а вы нервничаете, да, потому что он вам говорит, нет,
Нет, мы не идем, мы не едем, мы ничего не планируем на это время. И вы как, ну как, да, ну что это такое, ну как это, почему не так, как я хочу, а потому что будет лучше, потому что этот мужчина что-то запланировал очень романтичное на этот момент, на эту дату, да, возможно, на это время, возможно. И очень может быть, что он как бы желает, чтобы это было как-то очень романтично. Ну, давайте посмотрим еще этот разговор. Да, ну потому что люблю, потому что иерофант, девочки, потому что иерофант, и потому что я где-то волнуюсь очень, примет ли она мое предложение, или все-таки, даже если он 1000 раз, знаете, уверен в том, что вы где-то будете согласны, да, на какой-то прорыв в ваших отношениях, все равно он будет волноваться, все равно будет волноваться, потому что, ну, как-то от этого очень много зависит, да, остановимся мы или мы будем стремительно двигаться вперед, что будет дальше, да, вы подарите ему, знаете, океан надежды, гармонию и любовь, или вы отсечете ему просто голову, да, и на этом все. Но он надеется очень, что это пересечение судеб, что это новая волна, новая дверь, новые в жизни. Девочки, здесь мужчина не то, что готовит разговор, это будет что-то очень романтичное и очень долгожданное для вас. И там, где этот мужчина будет вам говорить «нет, так не будет, как ты хочешь, как ты планируешь», поверьте, этот мужчина что-то задумал очень-очень грандиозно. И вы где-то будете нервничать, да, вы где-то будете возмущаться, а он будет улыбаться, потому что у него совсем другие планы, и эти планы, они прекрасные, и они вас очень-очень удивят. И я вижу, что, конечно, вы будете здесь решать, и даже если человек 1000 раз уверен, да, в ваших чувствах и в вашей любви, он все равно будет переживать о том, что вы все-таки в конечном итоге, да, выдадите. Почему? Потому что вы очень непредсказуемо, с вами не соскучишься. И вообще этот момент очень важен, потому что это такая точка, которая не то, что пересечение судеб, это некое объединение судеб, когда люди начинают идти вместе. То есть, да, для кого-то это может быть признание, да, в чувствах и некий момент объединения в отношениях. Для кого-то это может пройти предложение, например, да, потому что здесь прямо разгорается очень такая интересная ситуация, которая, в принципе, да, по справедливости ей уже и время пришло, и по иерофанту, да, пришло время на объединение этим людям. И я вам скажу, что человек очень ждет этого разговора. Для кого-то может пройти, да, что сейчас, например, что-то человека сдерживает, и он говорит, да, ничего не планируй на эту дату, потому что, например, он, да, сможет как-то быть с вами уже, да. Не просто быть, а действительно, вот это какой-то прорыв в отношениях, это какая-то качественная перемена в этих отношениях. А для кого-то, да, вот кто в паре, кто вместе, это какая-то весть очень важная. Хорошо, давайте посмотрим. Для тех, кто в паре, да, для тех, кто в паре, что это за весть? Что это за весть? Это какая-то вариантность, это какой-то момент защиты, да, как бы защищенности и некой вариантности. То есть я что-то буду предлагать что-то очень классное своей любимой, да. То, о чем мы мечтали вместе, то, о чем мы мечтаем, то, что станет прорывом в наших отношениях и приведет нас к изобилию, к счастью, к наполнению. Боже мой, что же ты предложить желаешь? Вот только посмотрите, какие карты идут. Да, перемену желаю предложить. А что это за перемена должна быть? Перемена, которая очень тяжело далась. Которая очень тяжело далась, да, но это правильный путь, это правильное направление, и вы знаете, как-то очень может быть, что человек держит пока что в тайне то, что он задумал, но он желает, чтобы это было для вас сюрпризом. Вы не сможете отказаться от этого, потому что вы действительно ждете. Это какое-то путешествие, это какая-то перемена, возможно, по колесу фортуны, да, то есть это какое-то, очень может быть, какая-то дорога, какой-то отдых, какое-то путешествие вместе, переезд какой-то вместе, да, то есть это перемена, которая тяжело дается, да, которая, ну, вот очень много усилий человеку нужно приложить, чтобы эта перемена состоялась. И
Но это правильно, да, это правильно. Это правильный выбор, и это правильный ход, и этому уже и время пришло. Очень может быть, что человек как бы скрывает свою подготовку, да, свое желание сделать какой-то сюрприз этой женщине. Но он предложит вам то, от чего вы не сможете отказаться, чего вы действительно ждете. И это какое-то путешествие, это какая-то дорога по колесу фортуны. То есть здесь будет очень классно. Давайте посмотрим, а эта дорога, да, к чему она приведет? К чему приведет эта дорога? Вот действительно, да, активное движение будет. Вы знаете, это вообще дорога, как другой вариант вообще жизни, девочки, как вообще другой вариант жизни. Очень хорошо проведете время, очень красиво. Возможно, это будут какие-то теплые страны, да, где вы сможете прекрасно отдохнуть и вот как-то в полной мере насладиться какими-то моментами, знаете, забыть, возможно, что-то пережитое вами, да. И пройти вот эту трансформацию ваших отношений, улучшить, укрепить и где-то украсить, да, вот ваши отношения. Эта дорога, вот я бы сказала так, что для тех, кто в паре, мужчина, возможно, это какой-то отдых для кого-то может пройти, да, там, где очень комфортно и тепло, там, где вы прекрасно проведете время, потому что мне показывает это как иной вариант жизни вообще, да, что может быть совсем по-другому. И для кого-то это может быть как определенный период, да, отдыха, да, куда-то вы поедете вместе отдохнуть, возможно, это какая-то долгожданная поездка, но это идет как это вознаграждение за победу, за то, что ты уже прошел. Но прошли вы, конечно, я вижу, что, ой, не сладкие очень моменты, возможно, в каких-то ситуациях просто разрывалось сердце. И здесь, конечно, идет момент, да, что пришло время трансформировать все. И из какой-то ситуации, знаете, которая действительно вас очень огорчала и очень беспокоила, прийти вот в такое гармоничное состояние любви, гармоничное состояние, да, когда действительно объединение, это трансформацию принесет, это какая-то дорога принесет полнейшую трансформацию. Да, для кого-то возможен момент, да, вот для тех, кто в паре, это полнейший переезд. Для кого-то может пройти, потому что мне идет это как другой вариант жизни. То есть совсем, знаете, как-то по-иному. И вы как будто, знаете, из глубины, где невозможно дышать, вы как будто всплываете, да, и можете вдохнуть полной грудью, как бы осознавая, что опасность позади, что самое сложное позади, что вот этот момент, когда я вот-вот утону, что это уже позади, а впереди только лучший, а впереди только хорошие. И вот действительно, да, я вижу, что эти люди, возможно, переживает сейчас непростой какой-то момент, да, в отношениях или вообще, ну вот вообще, да, каких-то момент разрушений, каких-то момент потерь. Но, честно говоря, мне идет момент, что вот просто задыхаюсь, и вот кажется еще секунда, да, и уже все. Но нет, 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 да, потому что дорожка ваша ведет вас дальше, ведет вас к прекрасному, ведет вас к самому лучшему. И, возможно, где-то вот это пережитое, вот этот момент, когда задыхаюсь, он настолько, знаете, будет вами как выброшен из сознания, да, как вот прямо желание выбросить из сознания и окунуться вот в это лучшее и прекрасное, да, и чтобы даже воспоминания о чем-то печальном, чтобы не огорчали, да, вот этот прекрасный момент объединения этих людей. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Я вижу, что здесь очень хорошо идут развитие, да, этих отношений. Давайте посмотрим дальше. Итак, какой-то важный момент, да? Давайте посмотрим. Так или иначе, что еще впереди у этих людей? Что еще вот к достижению вот этой прекрасной цели? Что их еще ждет? Что вам нужно, возможно, в этом моменте, здесь и сейчас узнать, возможно, да? Давайте посмотрим, что так или иначе еще ждет. Что еще ждет? Ну, он придет к вам просто, знаете, близко, близко. Желание, знаете, где-то, чтобы вы его удержали. Это такое стремительное, активное движение, знаете, со всех сторон. Если я вам скажу так, если
Это начало отношений. Возможно, вы будете еще в каком-то выборе, да? То есть не все так однозначно. А давайте посмотрим. Вот этот второй мужчина, да? Потому что вот этот с любовью, здесь все понятно. Он спешит, желает приблизиться к вам. Кто этот человек? Это тот же мужчина. Это тот, кто спешит. Да, это тот же мужчина. Да, тот, кто, возможно, на расстоянии, тот, кто спешит к вам, это вот он. Да, то есть он как бы желает окружить вас, да, со всех сторон и создать для вас прекрасные условия. А что вам еще нужно пережить, да? То есть он придет с любовью. Будут моменты, когда еще, да, это все будет висеть в воздухе, еще будет какая-то связь, возможно, на расстоянии у вас с этим человеком. Но мужчина придет, придет, преодолев дорогу, преодолев, возможно, да, для кого-то полмира, для кого-то, возможно, он совсем близко, но столько человеку еще нужно пройти, да, столько человеку еще нужно сделать для того, чтобы приблизиться к вам. Абсолютно возможно изменить свое окружение, изменить свой мир. Но я вам скажу, что ваша действительность, она меняется. Она буквально меняется. Ну, покажи, что еще нужно прожить, что еще. Вот этот момент неизвестности и желания, да, быть вместе. Девочки, все пройдете с этим мужчиной, потому что есть любовь. Я вижу, что мужчина действительно эту женщину очень сильно любит. И врата к счастью будут открыты для вас. И вот этот туз пентаклей говорит о том, что все будет пройдено. Да, возможно, еще много нужно, знаете, каких-то действий приложить. Еще много нужно сделать, чтобы действительно вы открылись, да, этому человеку, чтобы была у него возможность приблизиться к вам. Но врата к счастью будут открыты. И вы знаете, возможно, будет какой-то момент, что это за момент, да, потому что проходит ситуация острого момента, еще будет какой-то острый момент, как на острию ножа. И здесь вам нужно, знаете, быть мудрой. И здесь вам нужно проявить какую-то гибкость. Здесь какой-то очень важный момент. И где-то вам нужно быть мудрее, знаете, не идти на поводу своих эмоций здесь и сейчас, а где-то немножечко себя сдержать, да, быть мудрее, потому что это ваша дорога к счастью. В какой-то момент, да, возможно, будет, когда что-то будет задерживаться, что-то будет идти вне плана, что-то будет не получаться, и где-то вас могут накрыть эмоции. И здесь подсказка карт: удержи равновесие, да, будь спокойной, будь приветливой, будь милой. Для него, ему нужна твоя поддержка, потому что будет какой-то момент, он будет как острие ножа, то есть все будет очень остро. Для кого-то это может быть момент, когда у человека в жизни будет кардинальная перемена, и какой-то момент стрессовый, он может быть на максимальной, да, на максимальном пике. Где-то может пройти момент какого-то вот в силу решений, каких-то обстоятельств и дел, этот человек, возможно, ну вот как-то несколько дней может не выходить на связь, да, в силу каких-то обстоятельств. И здесь нужно соблюдать спокойствие, да, здесь нужно быть спокойной и не нападать, да, вот на человека, и не как-то не, возможно, не. Вот мне прямо идет, вас будут накрывать какие-то эмоции, и вам просто нужно сдержать себя в этот момент. Почему вам нужно сдержать себя вот в этот момент? Почему? Вот смотрите, да, будь в гармонии, будь спокойна в этот момент, потому что это будет очень важная какая-то ситуация. Почему? Почему? Покажи. Ну, потому что любовь есть, потому что ты не должна сомневаться, что любовь есть, она есть однозначно, но будет какой-то момент, который вот ты прямо должна там, это какой-то конфликтный момент может быть, да, то есть что-то, возможно, обещанное им, и он не сможет это реализовать, да, вот в срок, да, какой-то, какая-то заминка, какая-то, но будет момент, когда ваши эмоции будут очень накалены, очень как-то вы будете, ну вот вы будете уже готовы, да, где-то рвануть, а какая-то печаль будет не отпускать, какие-то мысли будут накрывать вас все-таки. Здесь, вы понимаете, долгожданное что-то должно произойти, вот какой-то перемены. Вы не сомневаетесь в этом человеке. Вы в нем не сомневаетесь, потому что я вижу, что он может предложить вам максимум. И все будет пройдено, все будет очень хорошо. Но я вижу и какой-то вот острый момент, где нужно вот максимально себя мудро повести, да?
максимально мудро повести, потому что здесь действительно что-то, возможно, не будет развиваться так быстро, как вам бы этого хотелось. И, возможно, с вашей стороны уже какие-то будут конкретные шаги, да, а ситуация как-то будет оставаться на месте. Но покажи мне, да, вот что это, прямо, знаете, как я уже готова, да, идти, а вот эта неизвестность, она как бы сохраняется еще, и как-то медленно очень развиваются события, а я уже как бы жду, я в ожидании, и потому меня накрывают какие-то мысли, какие-то сомнения, сомнения в его сторону, да, о нем, сбудется ли то, чего я так жду, чему я открыта, и чего я, возможно, где-то, да, себе намечтала, где-то я опережаю какие-то события, но... Здесь вот, да, карты говорят о том, что в этот момент, когда у тебя будут какие-то сомнения, ты должна себя удержать и быть в гармонии, и понимать, что любовь преодолеет все, и все, да, исполнится. Эта задержка, она не будет такой вот длительной, не такой будет длительной, как ты думаешь, а счастье тебя потом накроет с головой. Счастье накроет тебя с головой. Все в этом мире, все самое лучшее будет только для тебя. Этот мужчина, вот все самое лучшее он принесет к твоим ногам, и все самое лучшее будет для тебя. Какой-то будет момент, знаете, сомнений ваших, и вам нужно эти сомнения просто отбросить, просто где-то, возможно, знаете, проявить вот эту женскую мудрость, и эта женская мудрость, она будет вами вознаграждена. Где-то, вы знаете, какие-то могут засеяться сомнения. Почему эти сомнения засеются вот в этой женщине, да? Потому что, вы знаете, вы как-то окажетесь как на перекрестке. Вы окажетесь на перекрестке, когда вы готовы сменить маршрут, когда вы готовы сделать крутой поворот в своей жизни, да. Но вас, возможно, одолеет какой-то страх, да. Страх, правильно ли вы поступаете, видите ли вы все истинно, видите ли вы все так, как оно есть. То есть в какой-то момент... Есть ли здесь какое-то влияние извне какого-то человека? Очень может быть, очень может быть. Что это за человек, который может засеять в вас вот эти сомнения? Что это за человек? Вы знаете, а этот человек как-то, он и появится, знаете, как, ну это какая-то женщина. Будем смотреть. Это какая-то женщина, вы знаете, как-то, я бы даже сказала, что здесь может проходить и момент зависти, зависти вашему счастью, зависти той любви, которая приходит в вашу жизнь. Эта женщина, она где-то ваша одногодка, она может быть очень близка вам, да, вы можете находиться в очень даже таком бурном общении с ней. И просто, знаете, это не то, что она желает вам чего-то плохого, это зависть. И в какой-то момент, когда у вас будут сомнения, она как подбросит что-то, да, а что ты подбросишь? Ну вот что висишь, ждешь, да, ждешь вот когда придет вот эта твоя реализация, да, а ничего, мол, не будет, понимаете, она как-то, ой-ой-ой, почему ты так поступаешь, почему ты так поступаешь, потому что сама желает, понимаете, того же желает, и, возможно, желает именно вашего человека, вашего мужчину. Вас, вот, почему, да, почему, вот, почему? Ну, потому что вот это зависть, это резкое ощущение, это резко, да, все, вот такая возможность, сейчас я вот все переиначу, знаете, и все сделаю по-своему. И то, что одна упустит, да, я подберу, и будет моим. И в этой конкурентной борьбе, да, я выйду вперед. Девочки, я вам скажу так, да, она ни в коем случае, знаете, не сможет достучаться до этого мужчины. Я вижу, что, возможно, она видит потенциал, и она где-то там, да, пожелает воспользоваться какой-то ситуацией. Пожелает воспользоваться, она будет проявляться к нему, да, чтобы вклиниться в ваши отношения, да, чтобы засеять вот эту разруху между людьми, проманипулировать этой ситуацией и перевернуть все, знаете, в свою пользу, обостряя какой-то момент. Угу. Это очень может быть, девочки, очень может быть. Но я вижу, что она абсолютно, знаете, как-то не в силах вообще там на что-то повлиять, абсолютно. Да, то есть какие-то шаги с ее стороны возможны, но это будет настолько, знаете, встречено абсолютным равнодушием мужчиной.
То есть она может даже что-то ему писать, как-то выходить с ним на связь, что-то, знаете, там. Ну, покажи мне эту. Покажи мне. Ну, она и будет искать варианты изменить кардинально ситуацию, да. Она будет подобраться к этому мужчине. Но будет окончательное отсечение, да. То есть... Иди своей дорогой. У меня уже есть любимая, у меня уже есть гармоничные отношения. И не дай бог, да, не дай бог ее разозлить. Вот какая-то вот такая ситуация всплыла, девочки. Вот так вот. Видите, как кто-то только поджидает какой-то вашего момента, чтобы вы только пошатнули свою уверенность в этом человеке. И уже, да, здесь там... Что-то будет навеиваться, что ты не очень там рассчитывая, вот так вот всегда, вот. Понимаете? А сама думает, там надо ему написать, если что, потому что таких мужчин мало, потому что такой вариант классный, да, лишь бы самой не упустить чего, воспользоваться каким-то моментом, да, ослабления. Но я вижу, что это все будет пройдено, это все мелочи, это все ерунда, но вам нужно проявить гибкость, и вам нужно быть действительно где-то, знаете, осторожной в плане открывать какие-то свои мечты и надежды, и вообще, знаете, счастье любит тишину, потому что я вижу, что здесь будет рывок такой классный в отношениях, и здесь нужно опасаться, знаете, каких-то злых, каких-то завистливых подруг, каких-то сотрудниц и так дальше и тому подобное, понимаете? Потому что где-то что-то может быть, какая-то задержка, а человек сразу, знаете, будет как-то клевать, будет как-то эту ситуацию накручивать. Ну, давайте посмотрим дальше. Ваши мечты и надежды в этих отношениях. Давайте посмотрим. То, о чем мечтаете сейчас, то, на что надеетесь в этих отношениях. Вот вы знаете, что то, о чем мечтаете, вы так много думаете об этом, но вы знаете, что оно придет, да, и какие-то ваши мысли, они как бешеные кони, знаете, они такие разные, и они то столько тревог вот несут, то, о чем тревожитесь сейчас, оно прямо... отойдет, да, вот от вас, отойдет от вас, будет все очень хорошо, то, о чем мечтаете и надеетесь. А у меня идет, что вы думаете о том, чтобы, знаете, самое худшее не произошло, вы особо, знаете, особо каких-то таких мечтаний нереальных даже и не имеете. То есть вы мечтаете о том, чтобы что-то самое худшее не произошло. А все остальное, да, это мы совсем справимся. И я вам скажу, что вы под защитой, все будет очень хорошо. Какие-то ваши, знаете, мысли о самом болезненном, да, они отойдут в сторону. Они будут вами забыты, эти мысли о самом-самом, знаете, таком. Почему-то мне сейчас идет, что вы как бы, чтобы худшее не произошло. А если все будет хорошо, да, я и так знаю, что все будет лучшим образом, да. Что это такое? Покажи мне. Ну, это о любимом мужчине. Вы, возможно, беспокоитесь сейчас и думаете о том, чтобы с ним все было хорошо. Чтобы он был, возможно, в безопасности, да, или какие-то моменты, да, прошли мимо него, не зацепив, да, любимого человека. Я вам скажу, что все будет лучшим образом. И то, о чем мечтаете, да, вам нужно приложить усилия здесь, приложить свою и женскую мудрость, да, но вы под защитой, и все у вас будет очень-очень хорошо с этим мужчиной. Давайте посмотрим дальше, что вам нужно знать. Что нужно знать? Это по судьбе. Вам нужно знать, что это по судьбе. О, девочки!
Боже, боже, как классно! Это просто бомба! Что вам нужно знать, что по судьбе вы будете императрица? Что по судьбе у вас все будет прекрасно? Что будет прекрасный результат? Что будет прекрасный итог? Что вы будете женщина уверена в завтрашнем дне, достойная на пьедестале, любимая и уважаемая своим мужчиной, абсолютно счастливая женщина, которая реализована в своих самых лучших проявлениях и качествах, которая действительно довольна своей жизнью, в жизни своей может открыться в полной мере, как женщина, как в сексуальном плане, как в любви, как в защите, как в заботе, как в счастье своем, да? То есть вам по судьбе быть императрицей, вам по судьбе быть любимой и счастливой женщиной, и праздника вам не избежать. Прекрасно, прекрасно. Ох, что вам нужно знать? Ну, прекрасно. Давайте посмотрим дальше, что так или иначе произойдет. И здесь у нас вот выпала карта, да, что так или иначе еще произойдет, что должно произойти, да, что должно произойти. Ох, девочки. Произойдет наполнение. Но это наполнение, это награда, знаете, награда за ожидаемое, за желаемое, за пережитое. Вот это наполнение, это вот чего быть, чего не миновать, да, вот это туз кубков любви, наполнение счастья своей жизни вам не избежать. Несмотря, и это, знаете, как за это уже давно уплачено, вы этого уже давно заслужили. И пришло время, знаете, романтики, пришло время каким-то, и чтобы вот эти тучи ушли из вашей жизни, и ваша жизнь начала наполняться в полном своем самом красивом проявлении. И это идет как заслуженное, это уже уплачено, и это заслужено вами. И придет оно, как бы, знаете, как по судьбе, придет оно по судьбе. Давайте посмотрим еще. Чем сердце успокоится, да? Давайте посмотрим. Чем сердце успокоится, чем сердце порадуется ваше. Чем сердце успокоится. Колесница. Победой. Сердце успокоится победой. Сердце успокоится приездом мужчины вашего, да, по колеснице очень быстрое развитие событий, прекрасные вести, да, очень может быть приезд мужчины с прекрасными вестями, какая-то неопределенность уходит и приходит четкое ощущение, я нужна ему, я любима этим человеком, я для него особенная, желанная и очаровательная. Вот чем, вы знаете, порадуется ваше сердце. Вы нужны этому человеку. Вы мудрая. И этот мужчина будет всегда с вами советоваться. Ваше слово для него будет очень-очень важным. И все, что будет дальше, будет решаться вами совместно. Этот мужчина прислушивается и ценит вас, как женщину, которая имеет, знаете, защитную какую-то энергию, да, с одной стороны. С другой стороны, эту женскую магию, которая очаровывает, которая обволакивает, которая является именно его желанной женщиной. Вас порадует, да, сердце ваше порадует. Очень быстрые вести, какие-то очень-очень хорошие, очень долгожданные вести. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если понравилось, я буду очень-очень рада. Всем спасибо за просмотр. Счастья, радости, любви, полнейшей женской вашей реализации в самых своих прекрасных качествах и проявлениях. Всего вам самого лучшего и до новых встреч!